На стадионе команды Tottenham Hotspur. Отличная атмосфера здесь и великолепные условия для сегодняшнего матча. Работают для вас сегодня Георгий Черданцев и Константин Генич. А вы как думаете? Английский футбол высшего уровня сегодня в прямом эфире на ваших экранах. Tottenham сегодня играет против Ливерпуля. Очень хорошая игра у нас сегодня может получиться. Ничто этому не мешает. Number 10, Harry Kane. And number 7, Son. Итак, состав Tottenham. Голкипер Уго Льорис. В обороне Бен Дэвис в паре с Эриком Дайером. И с одним нападающим решил начать матч главный тренер. Впереди играет Харри Кейн. Good luck. Cheers. Thanks. Hi. Good game. Good game. Good game. Hey, good game. Thanks. Good game. Cheers. Good. И вот Ливерпуль. Думаю, эта команда сегодня будет играть с соперником как кошка с мышкой. Заберут мяч себе и будут его преспокойненько катать вдоль штрафной. Есть мнение, Георгий, что владение ради владения – это антифутбол. Но пара стремительных обостряющих передач с легкостью дискредитирует эту точку зрения. Капитан Tottenham Ледли Кинг забил самый быстрый гол в истории премьер-лиги. Защитник открыл счет уже на 10-й секунде в матче против Брэдфорд-Сити в 2000 году. Хорош был защитник. Сыграл много матчей за сборную Англии, но очень жаль, что его карьера была омрачена постоянными травмами. Харри Кейн с мячом. Диогу Жота. Фабиньо. Очень опасно могло быть. Хёберт. Отличный пас. Обидно для атакующих, но все-таки офсайд. Хорошее движение впереди, но момент для рывка не получилось выбрать правильно. Движение пошло чуть раньше передачи, а должно быть наоборот. Джордан Хендерсон. Тьяго Алькантара. Диогу Жота. Отлично они в пас играют. Диогу Жота. Не получилось сохранить у себя мяч. Мяч вынесен голки. Можно продолжать игру. Чисто сыграно. Как отлично он мяч перехватил.